Старт зимним праздником в Бендерах будет дан 7 декабря. На площади устроят концерты и театрализованное представление. А пока рабочие продолжают устанавливать главный новогодний символ. В Бендерах на площади Освобождения устанавливают елку. Металлическое основание почти собрали. Состоит оно из 6 металлических секций и каркасов. Сверху закрепят искусственные ветви, а потом светящиеся гирлянды. Готова елочка будет недели через 2, а зажгут огни на ней 7 декабря в 4 часа дня. Здесь будет большой концерт и театрализованное представление, а еще праздничное шествие. Дед Мороз и Снегурочка вместе с героями русских сказок под музыку пройдут от ДК Ткаченко до площади Освобождения. Мы планируем привлечь в костюмах Дедов Морозов, высотников с спуском, с новогодними элементами, декорациями, оформлением высотников с здания госадминистрации. Сейчас обсуждаются технические моменты. Если у нас все получится, значит, будет эффектный момент появления Санта-Клаусов, помощников гномов, волшебника, главного Деда Мороза. Еще на площади будут хороводы, игры, конкурсы, мастер-классы по изготовлению новогодних открыток, подарков и не только. Выставка-продажа сувениров и сладостей. Завершит праздник огненное шоу и дискотека.